11 июля 2022 года. Это улица Карачевская. Там находится база на Соляном или на Панчука. Так она называется. А это, собственно, улица Панчука. Это остановка улицы Панчука. Там детская поликлиника. Давайте пройдемся до ее пересечения с улицей Комсомольской. Посмотрим на старые дома и на новые дома. Прогуляемся. Вот дом какой-то старинный, одноэтажный. 18А. А это современный, более-менее красивый такой дом частный. Этот прям красавец. Кирпич прям благороднейший, дореволюционный. Замечательный домик. Ну, это не особо старые дома. Надо, конечно, себе камеру получше, чтобы не дрогалось изображение. Samsung сломался. Жалко. Galaxy S7 хорошо снимал. И в сумерках. Жалко. И селфи там были хорошие. Так, а это, по-моему, проезд связистов. Вот такой дом интересный. Проезд связистов, по-моему, называется. Ну-ка. Проезд связистов, да-да. Так, это 24-я школа с английским уклоном. Какой хороший. Скверик, придворовая территория. Замечательный просто. Полисадничек такой приятный. Все грамотно, видите. Ух, какие сидят друзья. Жуки. Солдатики мы их раньше называли. Грамотно, видите, спилены на верши колышков, чтобы особо не травмироваться при падении. А здесь интересно, есть дом вот, старинный тоже. И в нем во дворе, смотрите, сосна растет. Высокая. Дом из хорошего такого кирпича дореволюционного. Сделан. Стоит тут. Такой серьезный дом. Смотрите, какая красота. Их дверь тут такая в тему. Смотрите, какой кирпичик. Как все люди строили-то, видите, да, сглаживали кирпич. Крыльцо. Вот какой дом прекрасный. 15 номер. Прекрасный кирпичик. Догоняй маму. Видите, кирпич стесан специально. Здорово. Забор такой высокий. За забором, наверное, зелень бушует.
Да. Тут жила Елена Тарпанова, девушка одна. Если смотришь это видео, Елена, давай хоть перекинемся парой фраз. Не виделись, наверное, сколько, хоть лет 20-30, наверное, 25. Интересно. Хорошая девушка такая была. Но строгая. Даже слишком. На мой взгляд. Так, 24-я школа. Замечательно. Замечательно. Новые, так сказать, здания, отстроенные, красиво. Так, сейчас мы выйдем уже на Комсомольскую улицу. Это, по-моему, Комсомольская 66, если не ошибаюсь. Ну, это современное здание, в принципе, что его снимать. Школа, извиняюсь, 23, не 24. 24-й это перекресток Новикова и Тургенева, это 23-я школа. Ну, в принципе, современное здание мне как-то не очень интересно снимать. Сейчас уже выйдем на Комсомольск, небольшой так ролик. Пусть будет. Сегодня, правда, не особо солнечно, как бы даже и пасмурно. То выглянет солнце, то нет. Зато жары нет. Прохладненько так. Приятно ходить. Гулять. Есть Ранхикс. О! А в этом доме жила Надя Подолешенко. И подружка ее Ди. Это музыканты орловские. Но Нади уже нет, к сожалению. У нее такое прозвище было Африка. Жалко, конечно, жалко. Умерла рано. Так, Ранхикс. Замечательный просто. Замечательное здание. Отделан так хорошо. А тут вот трещины какие-то, слушайте. Видите, да, трещины? Не люблю я трещины. Они меня пугают. Сейчас такие времена, то газ бухнет, то еще что-нибудь. Хотелось бы, конечно, чтобы дома были прочными. Так, это у нас улица Красина. Перекресток с улицы Красина. Это улица Комсомольская во всей красе. Вышел я с Панчука в этом доме. Гастроном Москва в советское время был. Там установка магазин Чайка. Вот улица Панчука. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.